всех, приветствую на своем канале, дамы и господа, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на втором зомби-сервачке «Сожри меня полностью, зомби 2». Сегодня на повестке дня у нас сражение с боссом Ангрой. Ребят, это самый мощный босс, посмотрим, что он из себя представляет, повыживаем. Остается 20 секунд, перед началом ролика обязательно поставьте на паузу, посмотрите цены на привилегии, успейте купить, у кого есть желание, потому что цены вот буквально через месяц уже вырастут. Поэтому, братишки, мы начинаем, остается вот все 3 секунды и погнали, в принципе, к ролику. Будем тестить босса, будем смотреть, что и как будет на нем, да, поэтому, думаю, получится интересный и крутой видеоролик. Ну что же, ребят, вот мы и появились на карте с боссом. Онлайн довольно-таки неплохой, как и всегда на боссах, уже 25 человек, 26, сейчас будет больше намного, поэтому будем тестить. Я себе мапаки донат рубли обнулил, поэтому будем смотреть. Это на самом деле... типа, как сказать, самый жесткий босс. Вот он прям, вот здесь очень много способностей, очень много всего. Вот такие вот радиусы урона у него. Все просто ваншотит пацанов с первого удара. Вот, кстати, здесь еще есть такие зомбаки, которых можете убивать и получать тоже халявные амапаки и донат рубли. Так, ну окей, будем смотреть, будем тестить. Тем временем уже 20 секунд прошло с босса. И пока что у меня 0 киллов. Точнее, 0 смертей, вот. Будем смотреть. Онлайн растет, 28 человек уже. Нифига себе он ваншотит. Нормально так, пацаны, нормально. Но я говорю, что сейчас будем смотреть. Просто у нас пока что тесты всех боссов идут. На следующей неделе уже нормально сбалансируем, чтобы можно было играть, выживать нормально. Поэтому, думаю, все будет good. Осталось тем временем у нас 4 возрождения, друзья. Нужно смотреть и аккуратным быть. Так, тем временем у нас... ага, и пушки выбрасываются вот так вот. Нифига себе. Описание каждых боссов можете посмотреть в группе ВК. Вот, там каждый босс прям описывается и рассказывается, что да как. Вот, здесь, кстати, есть вот такие вот турельки, пулеметы, пацаны вот с них стреляют. Ух ты, пацаны, аккуратно, аккуратно. Так, он сейчас взлетит должен, наверное, нет? Молнией. Вот так вот просто взял, выстрелил по пацану. Ну, нужно, короче, держать дистанцию, потому что это самый такой мощный босс из всех боссов, которые есть на данный момент. Поэтому будем смотреть, будем... тестить, пацаны. Будем... так, давай аккуратненько. Сейчас щупальцы должны вот такие появиться, да. У пацанов сколько уже... а, здесь киллы, короче, не показываются смерти. Здесь просто ваншотится вот так, пацаны. И все. Ну окей. Проверим, проверим, что да как. 2 600 000 хп тем временем. Онлайн 27 человек. Так, ух ты, так, взлетел. И что ты будешь делать, расскажи мне. Ага. Чтоб ты еще попадал, конечно, было бы, конечно, здорово, но нет. Так, давайте вот этих зомбаков обычных завалим. Вот с них тоже убиваем, 70 паков, донат рубли. Тем временем мы уже 15 тысяч паков накопили и 146 донат рублей. Довольно-таки неплохо. Окей. Так, 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 давайте, давайте. Убиваем, убиваем, пацаны. Убиваем. Так, давайте, давай. Ну, пацаны, не стопьте, не стопьте. Нужно выживать, нужно играть. Так, он взлетел аккуратненько. И куда ты будешь стрелять? Ага, и не попадает, он таким образом не попадает. Окей. Давайте, давайте, давайте. Качайтесь, пацаны, собирайте босс монеты, потому что уже на следующей неделе обновление будет с прокачками. Добавлено будут боссы сбалансированы. И так далее. Пацаны пишут, босс-собака будет Одина. А он бессмертный. Блин, ну нормально, пацанам нравится на самом деле. Я и комментарии читаю, что вот вы пишете, что что-то новенькое, что-то интересное. Такого нигде не было, потому что, пацаны, прокачки будут. Прокачки будут у боссов, вот с них вы убиваете, спадают босс монеты. И за босс монеты сможете получать, прокачать своего персонажа на боссе. Это там дополнительная жизнь, дополнительный урон, дополнительные там всякие приколюхи по типу парашюта и так далее, когда вас подбрасывают дополнительные хп. Очень-очень много всего нового. Так, мы пока за 3 минуты снесли, сколько? 500 тысяч хп. Так, и если бы меня сейчас кто-то застопил, мы бы с вами все, нам ГГ было бы. Ну окей. Онлайн 29. 29, так, стопэ, 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 стопэ. Лучше взлетай, да, и тоже рандомно стреляй, как ты любишь. Ага, и не попал. Так, хп 240 у нас. 240 хп. А вот я не знаю, щупальцы что дают. Я их сам не тестил. Я сам не смотрел, что они дают. Ой, стопэ, стопэ. Аккуратно, аккуратно, пацаны. Уже меньше, наверное, пацанов осталось, потому что...
Почему, вы спросите? А потому что здесь смерти не показываются. То есть счет показывается, а смерти не показывается. У нас вот тоже везде ноль, хотя у нас осталось по факту три возрождения. Повезло нам, повезло. У него размах такой здоровый прям очень. Ну, не знаю, что делать. Ну, ух ты, вот подбросил, да. По 30 хп плюс-минус где-то сносится. Вот, ну окей, 2-300 хп. Сколько у него лям был хп вроде бы, да? Ну, миллион хп уже мы снесли. Довольно-таки неплохо, я считаю. Так, здесь уже зомбаки начинают оттуда спауниться. Вот, да, с крыши прям бегут. Сейчас прыгнет, давай. Ну и куда ты, где ты? Надеюсь, босс не за мной идет, да? Все, отлично. А где тот зомбак-то был? Вот, ну зомбаки-то спаунятся. А почему они... А мы можем вот так вот? Да, мы, кстати, стреляем и в полете их убиваем. Так, окей, оружки пропали. Начинаем добивать. Давайте до лямчика хп дойдем. И уже под конец, наверное, включимся. Чтобы видеоролик не затягивать, да, чтобы вам было интересно. Вот на ваш баланс зачислена одна босс-монета. У меня уже на первом сервачке 28 босс-монет. На втором... Сколько? Я не помню. Я не помню уже... Нет, подождите, на втором 28 было, а на первом там что-то около 70, потому что мы вчера, вот позавчера я видео... Или когда? Пару дней назад я видеоролик снимал по Иллидану боссу, да? И на Иллидане мы, короче, убили его и получили много-много босс-монет в конце с ящиков. Вот, это тоже очень классно. Пацаны пишут... Рамзес, ку-ку-ку давайте напишем. Пацанам, давайте до 2 лямов хп дойдем, хотя бы лям уже снесем. Но 5 минут, и мы 900 тысяч хп снесли, это не может не радовать. Это довольно-таки неплохо, братва, довольно-таки неплохо. 40 тысяч паков уже нафармили тем временем. Так, и что ты будешь делать? Давай, давай, родной, давай. Ну, у пацанов, кстати, счет 49, 49, 45, у меня только 40. Блин, ну пацаны, могёт, пацанчики. Давайте, 2 ляма, давайте еще чуть-чуть, и все, босс-монета еще одна зафармили. Так, давайте, давайте, главное, чтобы нам подставы не влепили, и он за мной идет. Угу, да, завалил меня. Остается 2 возрождения, пацаны, 2 возрождения. Почему я не могу зайти? Возможно, жизни закончились. М1, 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 вот, короче, написал пацанам. М1. Смогут они зайти? Не смогут. Ну, да, вот, зашел. Все. Че? Пишут в чате. М1 это команда? Нет, в менюшка сервера. Вот когда заходите, нажимаете М и все. 460 донат рублей тем временем нафармили. Но в конце раунда мы прям можем несколько тысяч донат рублей. Так, стопы, стопы, я отвлекся. Ух ты. Так, все, сразу засейвили эмочку. 1 800 000 хп остается. Неплохо. Мне больше нравится карта Изи 2. Давай, тут пацаны уже общаются, на каких картах лучше коконы вот эти собирать, осколки, точнее, боссов. Но я не знаю, на самом деле, напишите, какая для вас самая такая изичная карта, на которой чаще всего можно нафармить больше всего осколков. Вот, давайте, давайте, давайте. Новые скинчики должны быть уже на этой неделе на сайте, поэтому копите кибермонеты, пацаны. Точнее, амапаки обменивайте на донат рубли, а донат рубли на кибермонеты. И все, выстреливать. Здесь, короче, сейчас уже новые фазы пойдут, потому что половину хп мы практически снесли, и будут добавляться новые фазы босса. Такая вот приколюха, пацаны. Минус 2, минус 3 за раз ваншотит босс вообще. Ну, жесткий. Ух ты, по мне не попал, повезло на самом деле. Так, ну окей, мы смотрим пока. Пока что смотрим, чё да как. Пока что смотрим. Так, тоже ему вот... Ой! Угу. Рискнул, пацаны. Подошел я близко, и одна... Возрождение одно осталось. Так, сколько у нас? 567 донат рублей нафармили. Ну, практически пол кибермонеты у нас уже есть. Так, где босс? Босс. Аккуратно. Так, у одного пацана уже прям вообще жизни закончились. Я думаю, он вот сейчас застопился. Сейчас начнутся какие-то фазы новые у него. Будем смотреть, пацаны, будем смотреть. Пока что 8 минут карта идет. Так, давайте. Я не знаю просто даже, что комментировать. Я сосредоточен на игре. Вот. И поэтому сложно. Сложно как-то общаться. Так, давайте. Вот так в воздухе. Все. Выстреливаем. 59 тысяч паков нафармили пока что. Ну, нормально.
нормально, все пойдет. Пока что пойдет. Так, главное, чтобы он не телепортнулся куда-то или не взлетел сейчас на нас. Потому что будет жестко. Вот так вот, видите? Фигачит в нашу сторону. Нужно быть аккуратнее, пацаны. Предельно осторожными и внимательными. Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Давайте перезарядочку организовываем. Одно воскрешение осталось. То есть, если нас сейчас завалит, второй попытки у нас не будет. Второй попыточки не будет. Поэтому что предлагаю? Давайте, пацаны, как и в прошлых сериях с боссом, я, наверное, сейчас пофармлю, чтобы видеоролик не задерживать. И в конце, когда у него будет оставаться там 1100-200 хп, мы включимся, уже завалим босса, и я вам покажу, какие награды даются за него. Вот, поэтому давайте. Ну что же, ребят, вот мы и включились. У босса остается менее 100 тысяч хп. Снова забыли пофиксить баг с временем. По окончанию 20 минут карта, то есть, поменялась. Вот, сейчас исправили уже, вернули 200 или 300 тысяч хп там у него оставалось, пацанам, чтобы вот мы добили босса и, в принципе, залутали подарочки все, которые с него выпадут. Берем ножик, ждем окончания, сейчас начнут подарки сыпаться и, в принципе, будем сейвить подарочки. Так, они, я думаю, отлетят сюда куда-нибудь, да? Вот около стеночки, давайте 3000 хп, да. Лутаем подарочки, пацаны. Так, 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 плюс 50 тысяч паков. Все, пацаны, тут уже все залутали. Вот тут еще есть, пацаны. Давайте, опа, плюс 93 тысячи, плюс 70 тысяч. По итогу у нас 500 000 паков и 3500 донат рублей. Пацаны, ну разве это не имба? Я считаю, это прям имбой лютой. Поэтому от вас лишь попрошу лайкосик, подписочку на канал, друзья мои. Нажатие на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и смотреть их первыми. И заходите на сервачок, играйте, конечно же, кто хочет покупать и привилегии. Онлайн сейчас бомба, космос, вот прям постоянно по вечерам по 30 человек играет. Поэтому жду вас всех на сервачке. Ну а с вами был РМЗ Сидела, всем удачки, братва, всем пока. Пока-пока.